Отлично. Вроде я все настроил. Сегодня поиграем в 2D киберпанк. Посмотрим, что это такое. Я посмотрел по отзывам. Вроде игра хорошая. Ну, посмотрим. Так. Наверное, без разницы. Там уже 3 минуты, 4. Сомневаюсь, что кто-то еще подойдет. Я, наверное, вот так сделаю еще. На голове чего-то не хватает. Забыл, как пушистым стать. Ну ладно. Так. Ну, тогда сразу чпоньк. Сразу игру видно. Отлично. Тык. И звук забыл включить. Теперь нормально. Надеюсь, игра не сильно громкая будет. Мы посмотрим, если что. Поднастроим в процессе. Пить, пить. Так, здесь я все сделал. Что, мышка не убегается. Новая игра. Нормально. Почему у меня мышка? Какого фига? Жители полностью отправились от ущерба, нанесенного вирусом. Контейнер входит на траекторию полета и запрашивает сопровождение воздушного подразделения. Воздушное подразделение КРОТ инициирует протокол задания. Что происходит? Контейнер удален. Столкновение через... 5, 4, 3, 2, 1. Цель поражена. Да, бабах. Отклонено. Он расстроит. А че ему отклонили? Здравствуйте, посылка для Энн Флорес. Пожалуйста, проверьте перед открытием. Что там такое? Инициализация. Запуск индивидуального голоса. Интеграция системы пользователя. Интеграция завершена, теперь вы можете использовать коммуникационного дроида PyPy. Доброе утро, дорогая. Сегодня замечательный день. Идеальный день для милой юбочки. Это твоя новая игрушка? Дорогая, это подарок на нашу годовщину дружбы. Теперь мой голос может сопровождать тебя везде. Куда бы ты ни пошла, я буду рядом. Ну, это здорово. Да-да, так что не теряй его. Не буду, пока он начнет мне мешать. Мне нужно принять душ. Можешь взять его с собой. Он водонепроницаем. Ну уж нет, ты оставишься снаружи. Это наша подруга? Или кто, интересно? Что она делает? Старая эпоха, защитный костюм. От кого отец, кому Энн? Энн, послушай своего папу, обещай мне, что спросишь его о Н-540 во время проверки. Папа, прекрати, я в порядке, то что Н-540 это слух, который циркулировал целую вечность. Энн, ты должна еще раз поговорить с Аланом о его расследовании. Я попросил его изучить это для меня несколько недель назад, и я ничего не получил в ответ.
Приветик, дорогая Флорес, у меня здесь книга PN, которую ты заказывала. Зайди в лазерную, книжную лавку, как можно скорее забери ее. Книжный магазин. О болезни Алан Дойл. Энн, я узнал кое-что новое о твоей болезни, как можно скорее отправляйся в мою лабораторию для полного обследования. Райан Флорес, я занят, просьба временно не писать. Где ты был, Райан? Мы давно не виделись. Отец. Энн, есть новости о книге твоего отца. Помоги мне с проверкой, если будет свободная минутка. Неплохой повод заглянуть в бар. Большой босс Раймонд. Я в командировке какое-то время буду не в городе. Возьми выходной и постарайся отдохнуть. Пока меня не будет, работа в скопе на вас двоих. Попроси Аяну притормозить. По ее словам, она гениальный хакер, который умеет заметать за собой следы. Но почищать за ней всегда приходится мне. А, через комп мы сейвиться можем, да? О, прикольно. Его фото в молодости, у него был такой же бунтарский темперамент, как у Райана. Что за андроид? Накамура, второй ребенок, ранее она увлекалась моделированием, а теперь заведует баром сицилийской кувшины в Маргаритии. Душ. Не, мы уже приняли душ. Фото 16-летней Энн, в то время она была той еще скандалисткой. Здесь у нас что? Снаряжение, киберкот. Ладно. И у него обувь так прикольно светится. Спортивная, офисная, просто фантастика. Темная ночь, старая эпоха. Старая эпоха, интересно. Не. Ищем подходящую. Ладно, пусть будет спортивная одежда. Самый стандарт. Приятель, дай мне еще несколько дней. Ты не платишь за аренду уже 2 месяца. Еще 3 дня, я обещаю, я заплачу. А здесь что мог? Универсальная панель управления, функциональная панель управления, совместима со многими ОС. Худший компьютер в мире. Еще одна панель управления. Это что за алтарь? Ладно. А там я тоже мог посмотреть? Нет. Это какая-то особенная комната. Симулятор животных. Некто популярный. Прось дороги. С кем ты по-твоему разговариваешь, старик? Проблемы ищешь, малявка? Только посмей тронуть меня, и ты пожалеешь, что родился на свет. Ну все, твоя могила, считай, готова. Все, твой смертный приговор подписан. Твоей крови. Пустая болтовня. Бла-бла-бла. Что? Я не слышу тебя, у меня отсохли уши. Я так злюсь, но уже не помню почему. А я еще сильнее злюсь и тоже не помню почему. Я знаю, что это все было тобой начато. А я знаю, что ты нагло врешь. Ты кого тут во лже обвиняешь, а? Ты опять начинаешь меня бесить. Какая-то парочка не поделившая ничего. Дверь обклеена пыльной бумагой, скручивающейся по краям. Ну и проверим. Уведомление об оплате, государственная поддержка. Номер 13, протез конечности, биокожа, да, самооплата отсутствует. Сервис избавления от боли, 600 кредитов. Сервис доставки еды, 1200 кредитов. ПЗУ, окружающей среды, страна любви, дороговато, но стоит своих денег. Юх. Какое-то чавканье. Церковная брошюра, размокшая в воде. Большая часть ее содержания уже нельзя разобрать, кроме предложения посередине. Те, кто владеет клинком, никогда не достигнут его. Он начало и конец всему. Разыскивается недавно, из тюрьмы сбежал крайне опасный преступник Эрик Маркам.
Но свободен представляет собой угрозу для общества. Любой, кто располагает информацией о нем или окажет помощь в его поимке, будет вознагражден, а всякий, кто утаит информацию или поможет ему сбежать, будет наказан по всей строгости закона. Ну давай. Чё бы нет. Ладно, мы уже все прочитали вроде. На этот раз укололи мне в шею. Уверен, что не будет больно. Это новое лекарство. Просто сделай это. Ох. Потом два слышно раздалось унылое пение. Защитный зонт. Работать, работать, работать. Работать, работать. Хотя, хоть я не могу ничего сделать. Аяна? Что же случилось по моему голосу? Я просто тестировал эту штуку. Ну хорошо, у меня есть более важные дела. Что? Например? Не волнуйся, скоро увидишь. Давайте погромче немножко сделаем. Эй, моя прелестная Эночка. Мы уже целую вечность не проводили вместе время. О, на это есть причина. А, и никому я не нравлюсь. Ты пройти. Тут невидимая стена. Еще один зонтик. А, собери 10 штук и выиграй катмобиль. Прикольно. Доброе утро, мисс Энн. А, я просто пришел забрать кое-что. Чемодан? Ха, кажется знакомым. Ничего, я только посмотрю, дай мне взглянуть еще немного. Он нам потом пригодится, да? Только что мог вроде еще раз взаимодействовать. Что тебе снилось, друг? Ты журналист? А, ты один из всех миссионеров. Конечно, сила нашего великого отца безгранична, молись ему, и они исполнят все твои мечты. А ваш великий отец будет платить мне жалование? Если это твое желание, какую зарплату тебе бы хотелось? 40 тысяч кредитов, я биоинженер. И тебе доброго дня, язычник. Насчет музыки для этого джентльмена и этой прекрасной леди. Всего 5000 кредитов. Нет, сори, у меня таких денег нет. Я начал лапшу с морепродуктами из двойной порции соуса без лука и сырым яйцом. Почему бы тебе не заказать это в пиццерии, чудачка? Ты что, перечь своему начальству? Нет, но поскольку плачу именно я имею право задать вопрос, верно? Нет, не имеешь. У нас есть своя машина. Водитель. Я этого идиота уволю. Как он смеет заставлять меня столько ждать? Он бы умер с голоду, если бы я не выплатил ему зарплату. Уволю, как только найду нового водителя. Прочь, я знаю, что ты подслушиваешь. Ты на всю улицу губишь. Эй, красотка, не хочешь получить вечную молодость? Никогда никаких морщин, никаких забот. У меня для этого как раз есть нужные метамедикаменты и техника. Это усовершенствованный вирус механики новейшего поколения. Да, не совсем легально, но красота требует жертв, не так ли? Извините, у меня был видеозвонок, вы что-то сказали? А у нас 100 кредитов всего, господи.
Так, а что нам надо было? Нам надо было в книжный зайти вроде. Пойдем запишем в книжный. Поклониться? Давай. Вы складываете руки и слегка кланяетесь. Вас наполнило чувство безмятежности. Он окутан аурой, которая позволяет настроиться на поток вселенной. Миру и чудесам описано в этой книге сотни лет. Почему я смеюсь? Это потому, что я притворяюсь. Если я не посмеюсь сейчас, потом я об этом забуду. А, вот это круто. Здравствуйте, я пришла за книгой, которую заказывала. О, наконец-то ты здесь. Я приложил много усилий, чтобы найти эту книгу. Как там мистер Хольц? Подумай только, что человек, который жить не может без чтения, решила сесть. Маргарите, там должно быть нелегко найти книгу стоящую. Его внимание, да? Я не знаю, в последнее время я не появлялась дома. Сколько себя помню, Хольц всегда покупал здесь книги. Особенно любил брать о роботах. С тех пор, как он начал свое робопутешествие. Ладно, у меня еще много дел. Если тебя интересуют книги, не стесняйся заходить поболтать. Конечно, загляну, когда будет время. Исследовать подземную лабораторию Дока. Скоп-сити. А тут что такое? Как продвигаются тела? Прямо как и ожидалось. Это все? Это весь диалог? В этом магазине представлен широкий ассортимент товаров. Впечатляет. Салам, давно не виделись, Сен. Да, в последнее время я была завалена работой. Сегодня вот пришла с проверкой. Хорошо, тогда поговорим, как закончишь, хорошо? Подержанный товар. А, подержанный товар это типа вот эти штуки всякие, да? Ладно, это пока не буду продавать. А, он что сказал? Черт, я скипнул. Эн, за порчу имущества будешь платить со своего кармана. Прости, пожалуйста. Эн, есть что на продажу? Нет. Жень, с тобой можно поболтать, пожить просто. Привет, Эн, что у тебя на продажу сегодня? Интересно, зачем ты вообще собираешь все эти старые вещи? Если надеешься извлечь из них какие-нибудь ценные материалы, лучше на это даже не рассчитывать. Эн, дорогая Эн, я не собираю их ради денег. Нет таких предметов. На таких предметах остаются следы времени и воспоминания их владельцев. Чем старее вещи, тем больше в них опыта и тем они красивее. То же самое касается и людей. Кроме того, старого чудака, который свои странные экспериментами внизу мутит. Если это так, то зачем кому-то вообще что-то продавать? Но если смотреть так, позволь мне слегка перефразировать. Мне просто нравится коллекционировать старые вещи. Чем древнее, тем лучше. Мы предлагаем вознаграждение как за старые коммуникационные устройства, так и за ваше старое барахло, коммуникационные устройства и старые меха-аппараты. Хотя босс обычный человек без всяких меха-аргументов, он может раскрошить боевой дроид одним ударом, так что без фокусов. Что там со звуки? Компактный коммутатор. Средство связи, широко использующееся 30 лет назад. Размер экрана дюйма. Супер медленный процессор, а у некоторых самых допотопных моделей отсутствовала камера. Камера на других моделях обладает расширением вот от 0 до 3 мегапикселей и были в использовании примерно 3 года, а потом их заменили более умным средством связи. Так что их выпуск весьма ограничен, из-за чего теперь они стали коллекционными предметами. Купите 3 штуки в нашем магазине и получите 4-ю в подарок. Абсолютно бесплатно. Приводите с собой друга, приводите всех своих друзей. А, у него типа такой ретро-магазин. Ретроспективная игра, которая доставит вам огромное удовольствие. Графика не имеет первостепенного значения. Господи, эти звуки. Жуть.
А, ну что на надоедливый коп, мне избавиться от него? Не стоит. Что ты делаешь, девочка? Ты ничего не слышал? Хорошая сегодня погодка, не правда ли? Идеальная, да? Я просто тащусь. Не пугай ребенка. Прости. Песот. Картов. А это кто тут был? Добро пожаловать в сливки общества. Хотите приобрести мятный восторг по низкой цене? Всего 100 кредитов. Давай. Ждем вас снова. Эй, Энн Флорес, как там твой босс поживает? Я должен поблагодарить его за помощь в поимке мятежников. Он сейчас не в городе, уехал в спешке, не знаю зачем. Видел, что за Эрика назначена награда. Этот чувак довольно жуткий, он доставил нам столько неприятностей. Начальство приказало схватить его во что бы то ни стало. Но у меня нет ни одной зацепки. Если найдешь что-то полезное, дай нам знать. Мы тебя щедро наградим. Конечно, я сообщу вам, если узнаю что-нибудь об Эрике. Что нельзя зайти, ладно. Киберписик. Гав-гав. Эй, милая леди. Гав-гав. Ну же, не игнорируй меня, малышка. Гав-гав. Может, познакомимся? Держись от меня подальше. Ого, ты меня пугаешь. Прикольный песик. Здравствуйте, пожалуйста, приходите в рабочее время. Окей. А чё это? А чё за магазин оружия? Это вот здесь, да? Чувиха, есть чего порекомендовать? Ну, лично мне нравится клинок частицы. Спасибо тебе, это внесло великий вклад в еще более великое дело. Великолепно услышать твои мысли. Зачем помогать мне, самому великому и самому крутому герою в галактике и во всем космическом пространстве? Чё? Ты кто вообще? Я! В честь нашей дружбы я даю тебе возможность проспонсировать самый первый клинок частицы. Для потенциально величайшего героя, также известного как я. Погоди, мы знакомы? Я дал тебе возможность блистать, а ты упустила ее. Ионный клинок, шмёный клинок, тьфу. Пистолет с инновационной кинетической системой, пробивающей пластины и суперсплава на расстоянии 500 метров. Модуль святого меча Бутов. Произведено вооружением, вооруженными силами Гродоскоп и разрешено к продаже только в нашем магазине. Благодаря эргономичному дизайну идеально в ваших руках, вы не почувствуете усталости, а даже если простоите с ним весь день. Сочетание модуля с различными чипами и экзоскелетами может значительно повысить его производительность. Перед покупкой оружия предъявите свое удостоверение личности. Магазин оставляет за собой право отказать в продаже этого товара. Модуль двуручного меча Гадай, первое творение легендарного кузнеца Бинга. Это лучший пример классической работы. Этот модуль идет со встроенной системой автокоррекции, которая регулирует углы атаки, позволяя вам одержать верх в бою. Его модернизированная форма и дополнительная система помогут вам побеждать его без напряга. Клинок выкован из высококачественной стали, режет механические соединения словно масло. Модуль оружия топор, калибр 16 мм, автоматика перезаряжания, полуавтоматический режим стрельбы огонь очередями. Длина ствола определяется покупателем. Магазин 12-18, вес определяется покупателем. Не трогать частное собственное утверждение подходящего покупателя. Хорошее оружие заслуживает быть услышанным. Выстрел из моего последнего пистолета достиг рекордного уровня. Хочешь забрать этого шумного парня домой? А что там есть? Модуль светового меча СВД, модуль томагавк. А, у меня денег нет. Да, блядь, 10 единиц электроурона ко всем атакам. Что-то неплохо. Наверное. Хотя я пока не знаю, как здесь боевка работает. Лучшие бушки только здесь. С пистолетом мирового класса в руках бояться точно нечего. Что-то ты искришь, чувак, немножко. Так, я могу как-то карту открыть?
Почему тут еще крафт есть? Рэйвен, такой отцовский подарок своей дочери. Выглядит как бог какой-то религии награждает почитателей своим мяу. Если еще такие. Одну из 25 статуэток мяу. А, это много. Так, а как открыть карту? Парковка. Книги. Апартаменты, оружие. Проследовать подземную лабораторию Дока. Подожди, а у нас машина есть? Они так останавливаются. Видимо, пока у нас нет машин. Нам посюда надо зайти или... Нет, просто сзади обойти. Зачем ты говоришь, придурок? Эй, офицер, я ничего не сделал. Тут дали бы пройти бы мне, а, ребят. Случайный обычный вид. Котики. Мерзавцы какие. Работать, работать. У меня перерыв, что тебе надо. Прости, дружище, нет времени болтать, я завис на свой любимый фильм. Хочешь посмотреть вместе? Он называется «Пришельцы съели мою сестричку и выблевали ее обратно». 7. О, тебе не нравятся романтические комедии? Не, я бы посмотрел. Звучит прикольно. Ой. Сейчас, секундочку. Босс, все готово. Ага, неплохо. Показывай давай свой шедевр. Архаичная клавиатура. Привет, ты тоже на концерт? Просто прогуливаюсь. Круто, просто прогуливаюсь. Использую это в припеве моей первой песни. Ты играешь на гитаре? Наша группа как раз разыскивает гитариста. Нет. А на контрабасе, синтезаторе, барабанах. На деле нам не хватает вообще всех. Мне это не интересно. Ладно. Он накрыл силуада. Они все дороги перекрыли. Тут я тоже не пройду, потому что тоже перекрыто. Ладно. Пробуем вход пойти. Тут тоже закрыто, господи. Как мне пройти туда? А, все-таки через него надо было пройти, да? Оу. А, вот панелька, не заметил. У этого парня должно быть полно секретов. Берется за умный подработок, но при этом умудряется жить так бедно.
Протез руки и пальцев. Можно менять целую руку. Уф, рефрактор. Защитный прибор для блокировки искусств солнечного света. Это просто мусор, да, я так понимаю? А это в переработку. А это хлам, да. А, ну он разбитый. Счетчик времени, уточка. Прикольный. О, Энн, ты здесь? Слышал что-нибудь? Да, немного что-то о том, что тебе нужно облапошить очередного доверчивого идиота и кинуть его на деньги. О, значит, ты слышала каждое слово? Энн, я могу объяснить, мое исследование представляет важное значение для будущего всего человечества. Я не могу посвятить тебя в детали. Однако для этой цели мне нужны деньги, которые я любезно заимствую у всяких зажравшихся буржуев. Так сказать, даю им шанс внести свой вклад в развитие общества. В конце концов, для моих экспериментов каждый доллар на счету. Я пришла, потому что получила твое письмо. Привет, Бобсик. Привет, Сэй. О, вернемся же к делу. Я обновил для тебя систему Гром. Считай, что это эксклюзив, предназначенный лично тебе. Ты упоминал, что у тебя есть какая-то информация о моем недуге, так? Да, я собрал сведения о твоем энталелите и протестировал различные способы подавить его. Но, как ты видишь, ничего не сработало. Поэтому в этот раз я попробую совершенно новый метод. Новую систему Гром? Совершенно верно. Какая умная подопыт... То есть, какая умная девочка. В чем дело? Ну и... Судя по последним записям, Энтон Глилит приходит в действие в определенные моменты. Его воздействие заставляет тебя терять самообладание, что приводит к проявлению необычайно агрессивного поведения, и ты начинаешь атаковать все на своем пути. Более того, Энтон Глилит наделяет тебя неуязвимостью к любому урону, будто бы превращает тебя в самозащищающийся механизм. Как же мне это все надоело. Я настроил систему Гром так, чтобы она собирала данные, которые помогут узнать о твоем недуге больше. Еще я улучшил твой боевой костюм. Он не только предотвратит твои попытки ранить невинных людей в состоянии энталилита, но и проанализирует данные в режиме реального времени, чтобы обеспечить твою персональную защиту в дальнейшем. А, как сложно. Как делишки у тебя, если тут еще? Это что-то типа лечения? После того, как у нас будет достаточно данных, мы, вероятно, сможем установить причину этого явления, а затем отыскать лекарства. Однако это мы узнаем лишь только после того, как ты завершишь все тесты. Ну, давай. Отлично, тестовый механизм находится в лаборатории слева. Я свяжусь с тобой вновь, когда все будет загружено. Пройти боевое испытание. Пожалуйста, не мешай моим исследованиям. Низкий уровень заряда, пожалуйста, подзарядите батарею. У вас не было 5 часов 43 минуты. У вас 73 программных уведомления, 102 системных сообщения. 0 смс, 1 письмо и 2 пропущенных. Капец. Облачно отказ системы. Хорошая новость, мне удалось повысить стабильность и сократить вероятность потери данных на ошеломляющие 0,3%. Огромный прорыв, так что мне надо было сделать в первую очередь. А точнее, нужно объединить... Что-то там почти готово. Суть тут раскидана. Это моя третья попытка соединения системы Грома и боевого симулятора. Ошибки, еще ошибки. Сегодня было солнечно, но уже темнее, так что трудно сказать. Да, я не в настроении зависать на код. Нужно заменить этот протез в торговом центре. Сейчас скидки 5 частей ног продаются с бесплатным плакатом Мехатрона. Я непременно сделаю это. Правда, после того, как закажу доставку. С обеда все мысли только и были о порции паэльи с морепродуктами. В час пик доставку ждать дольше на 20 минут. С ума сойти. С таким же успехом можно посмотреть журнал ошибок. Запись распознавания речи. Это моя первая попытка соединить... Бип. Начальная загрузка прервана, файлы утеряны или отсутствуют. Что не так с этой штукой? Ладно, сейчас все должно быть в норме. Это моя вторая попытка соединить. Начальная загрузка завершена, не удалось загрузить системную среду. Быть такого не может, почему все так? Хорошо, это третья попытка соединить. Программа не отвечает, перезагрузка. Бедняга. Че нам... Да, забыл. Так.
здесь у нас ничего нету. А, отсюда я пришел. Все. Ты кто? Игорь будет бот-помощник. Соедините меня, пожалуйста, подождите. Сначала используй систему Гром, чтобы переключиться на свой боевой костюм. Опять много диалогов. Алан, здесь пусто. Алан? Я здесь, извини, обновлял клиент. Загрузка все еще идет. Секунду. Все, я обновил систему. Есть какие-то новые функции? Конечно. Я добавил новую систему защиты и комплексный сбор данных. А еще теперь у тебя есть панель управления. Отлично. Док, твой суперкомпьютер глючит. Подождите немного. Обновление завершено. Подожди, мне нужно удалить несколько ненужных файлов. Спасибо за ожидание, Флорес. Как тебе новая система? Давай протестируем ее. Мне нужно собрать кое-какие данные. Сейчас у нас немного обучено. Хорошо, давай продолжим тест. Может, в этот раз пропустим данный этап? Нет, нет, мне нужно убедиться, что программа работает стабильно. Могут возникнуть сбои или перезагрузка системы, вряд ли тебе хотелось бы это рисковать. Ведь так, Лорес? Меч. Плохо и немного неудобно. Редзином. Еще один тест. Давай начнем. В этот раз симуляция боя, все должно быть в порядке. Твои противники будут иметь самые последние обновления. Они выглядят по-другому. Жду твоей готовности. Господи. Подожди, я пытаюсь понять, что за кнопка R. А, понял. А, патроны. Ха-ха-ха!
А, как неудобно блок нажимать в этой игре. Я знал, что ты меня не подведешь. Получил наверное, за этот день будет очень интересно мне. Чё эта кнопка делает? Даже я передал для тебя сюрприз. Я получил это Пзу и Харбор Тауна. И ты идеальный кандидат для его тестирования. Господи, что это? Что за... Покажи все, на что ты способна, Флорес. Что это за динозавр? Боже, я забыл, как драться. Сложно. У тебя какая-то баганая штука. С ним не так. Все зависло. Минус суперкомпьютер. Нет проблем с данными информации гиппокампа. Все в порядке, просто убедись, что третий тест проведен правильно и без задержек. Игорь так забавно выглядит. Мы теперь в костюме будем, да? Я снова потерял контроль. Все в порядке, ты в капсуле испытаний, проходишь виртуальный тест. У меня все под контролем. Как я предполагал, при перепаде настроения также провоцирует энтолилит. Интересно. Погоди-ка, этот параметр довольно высок, должно быть из-за резонанса магнитного поля. Упс, похоже, причина кроется в моем сильно устаревшем оборудовании. Что случилось-то? Не волнуйся, машина не повлияет на результат. Система Гром записала и сохранила все данные твоего... Полностью запишет все, что нам нужно. Система будет автоматически менять твой боевой костюм в случае необходимости. Если хочешь попробовать, то тебе придется подождать, пока я не починю машину. О, отец заставил меня спросить об этом лекарстве. N540? Да, о котором ты говорил в прошлый раз. Не, никаких новостей. Я даже не уверен, существует ли она вообще. Ну ладно, тогда я пойду. В базе данных. Или вот здесь. Модуль для экипировки. Можете в любой момент экипировать новое оружие в интерфейсе. Хорошо, но у меня все равно пока ничего нету. Да ведь? Да. Старая эпоха луч. Ну у меня куча дел, но так уж и быть, могу ответить на несколько вопросов. Что? Хочешь спросить что-нибудь? А система Гром — это как еще одна функция, улучшающая боевые характеристики? Ну, как я уже говорил, нам нужно подробнее изучить твои симптомы, чтобы отыскать возможные лекарства. Нет ничего лучше, что могло бы записывать и анализировать их, чем система Гром. Что в ней такого особенного? Разве это не очередной способ отслеживать мою статистику? Нет, система Гром не идет ни в какое сравнение с другими. Этот
Это результат моих многолетних исследований. Он фиксирует изменения твоих мозговых волн и анализирует их в режиме реального времени. Это означает, что теперь мы можем полностью записать данные об изменениях твоего энтелетита. Просто не забывай время от времени находить места для синхронизации данных и держать меня в курсе. Хорошо. Но я не могу все еще, да? Хочу читать. Ты можешь зайти ко мне? Накамура, в чем дело? Сначала прийти сюда, подробнее позже. Конечно, уже в пути. Отправиться в Маргаритию. Аяне, мне нужно навестить сестру. Ладно, передай привет от меня. О, кстати, ты уже идешь на поправку? Не волнуйся, мой дворецкий хорошо заботился обо мне. Мне пора, время лечебных процедур. А, теперь мы можем машинку использовать сегодня. Сейчас переоденемся сначала. Хотя, так бы чем-то главное. Сели. Нельзя так поздно стримить. Я тоже хочу жить в большом городе. Так ли хорош скоп, как о нем говорят? Мне говорили, что там есть разнообразные бесплатные услуги. И что даже не нужно работать. Да, теперь посмотри на меня, у меня всего 100 кредитов было. Теперь их 400. Это место было перепланировано президентом Джейном. Работа идет полным ходом. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. 2D в 3D. Да, это 2D в 3D. А, стой, камеру отдай. Хотел влево посмотреть, что халявные штуки. Эй, ты меня слышишь? Хотя правительство искоренило вирус механики, некоторые все равно им болеют. И некоторые из них делают это намеренно. Ну, их дело. Шаулинский монах какой-то. Ну, а как я могу с ними поболтать? А, брат, ты слышал о Лурсе? Не об этом подпольном торгаше, да? У него хотелось смелости связаться с факцией Угни только потому, что у него милые руки. Нет, все потому, что ему подцепил его друг Протей. Протей владеет значительными источниками информации и большими связями по всему морю. Ладно. Какие планы на вечер? А, хочешь повеселиться? И сюда. Отличный диалог. Эй, я не сделал ничего плохого. Я просто проверю твой ID. Ты здесь впервые? Пожалуйста, будь осторожней. Хорошо. А нам надо сюда. Космодесантник какой-то стоит. Эй, мисс, сейчас сюда приходите. Погоди, что? Сначала я сею семена замешательства, чтобы растопить лед. Ну, что-то сломалось, да, вот только это был не лед. Эй, знаешь количество жертв, павших во время войны 30 лет назад? 30 лет назад? С какой войны? Осада Нексуса под предводительством капитана Курта, конечно же. Впервые слышу. Думаю, учебники истории не уделяют этому событию столько внимания, да?
Однако для меня это было будто вчера. Механические армии и правительство полностью потеряли контроль. Мы приказали машинам убить наших врагов, а те в ответ отдали аналогичный приказ. Они даже взломали нашу сеть, чтобы заставить наши машины убивать нас. Это был самый настоящий хаос, и машины, и люди убивали друг друга. В конце концов, человеческие тела и оставшиеся от механизмов хлам свалились в огромную гору, пока не осталось последний человек, что победно встал на вершину той горы. Последний человек? Тот капитан Курт, о котором ты говорил? Да, он был первым и единственным героем Воин Нексуса. Ладно. Так. Тебе не победить меня в реверсии. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ваш напиток, сэр. Подожди, я все еще кое-кого жду. Пристально смотрит на меня. Что ты думаешь насчет Мион? Ну, а тот виртуальный идол? Довольно неплохо, слышал парочку ее песен. Синдром забавно. Тем понес меня. Мне все говорят, что я похож на какого-то, на кого-то, но кто это может быть? Загадки, загадки, жизнь сплошная загадка. Зовут Джетли, некоторые также зовут меня Джентльменом. Я старый друг Накамуры. Пришел сюда исключительно ради ее фирменного коктейля, однако теперь я еще и твой поклонник. Господи. Энн, наконец-то ты здесь. Сегодня у нас так много посетителей. Нужна моя помощь? Несомненно. Это дурацкий бармен и опять не работает. Райан еще куда-то запропастился, так что вся надежда на тебя. Сегодня я на тебя рассчитываю. Без проблем, можешь на меня положиться. Но сперва мне нужно переодеться. О, киберкот. Костюм бармена дали. Серьезно? Я забью тебя. Ой, ну ладно. Еще и на вышел. Эй, рыбобос, срок годности этих 50 тысяч бочонков генетически модифицированного пива из синих бананов с праздничной наноанимацией скачущих пони скоро закончится. Тебе они еще нужны? Капец. Че? Генетически модифицированные пивов. Из банана. Из банана? Что это? Когда мы были маленькими, мы играли в прятки всей семьей. Это было наше любимое место. Когда Райан ошибался, отец пытался напугать его. Если не будешь себя вести как следует, я запру тебя внутри. Внутри прячутся человечки, которые умеют колдовать и специализируются на дисциплинировании непослушных детей. А, она просто повторяет одно и то же. Может, тебе скухать его, я вернусь позже. Любимая картина отца, мне сказали, что она немного отличается от оригинала. Мой единственный сын Райан, что касается того, что произошло вчера, папа не винит тебя. Люди не только заводят хороших друзей в своей жизни, у вас всегда будет несколько плохих друзей, и вы будете делать с ними плохие вещи. Снова делать ошибки — это нормально. Важно не продолжать их делать, это то, чему вы должны научиться у своих сестер. Они гораздо более решительны, чем вы. Это может быть трудно для тебя сейчас, но папа верит в тебя, потому что ты мой сын. Уйди, старик, еще кое-что очень важное. Прекрати учить мне жизни, у меня уже уши от тебя болят. Хоть, дружище, мне очень нужны средства на исследование. Представь мне еще нескольким посетителям. Отец Люпер нашел книгу «Ходс, мой добрый человек». Я получил рекомендательное письмо от доктора Алана. Папа, я в порядке, существует внимание этого. Много текста. Любителя всякой инженерной сечи сильно выделяется кожный дневник, но так как он заперт, никто не знает, что в нем написано. Тут нет кота.
кота. Кота-кота. Как будто вечное влияние механизации эмоций автора этой книги кажется знакомым. Хелен. Забавно. А там карты на полу. Портрет нашей семьи здесь. Я, папа Накамура, Райан и Хелен. Когда мы успели сделать снимок, какое отца тут смешное выражение лица? Папа, это киборг? Работа искусства во времени кибернетики. Это, по всей видимости, схема кошачьей сферы. Известная механическая конструкция в мире коллекционеров несет в себе не только эстетическую ценность, но также может выполнять функцию портативного диктофона. Есть что-нибудь еще интересное? Если хочешь помочь своей сестре, приходи по указанному адресу. Дневник единственный и неповторимый Накамуры. Год Накамуры, месяц Накамуры, день Накамуры. Концентрация любви повышена до 99%. Один оставлен на будущее. Леон делал свою домашнюю работу, когда сказал мне, что хочет поскорее вырасти. Затем вышел из-за своего письменного стола и залаял, как щеночек. Он такой милый. Он сделал колечки из четырехлистного клевера и купил мне сережки из ракушек в ювелирном. Ночью после того, как он закончил своей домашней работой, он плюхнулся на свою кроватку и сказал, что хочет попросить родителей купить ему машинку. Я спросил, почему бы ему не начать работать и не купить ее себе самому. Леон тут же уткнулся головой в одеяло, и я старался успокоить его, но прежде чем я придумал, что сказать, Леон выглянул из-под одеяла. Привет, привет, Пур. Посмотрел на меня своими влажными глазами и сказал, я сам куплю машинку, а затем он прошептал поцелуй меня. Такой милаха. Утречка. Я тут челюсть надрываю, читаю это все. Многие страницы отсутствуют, кажется, эта запись была сделана намного позднее. Год Рон Уилмс, гори в аду. Месяц Рон Уилмс, гори в аду. Я просто в бешенстве. Рон, этот сукин сын, сказал, что он получил новую работу. Что, целовать Сару это теперь его рабочие обязанности? Что за... Чертов Рон Уильямс и Сара Хантер, да, от них их имен, произнесенных вместе, мне блевать хочется. Все кончено, мы должны порвать. Лицо. Что я видел мне с лицом? Блин, на котик. А, мы не можем его как-то достать? Видимо, нет. Больше ничего нету, да? Мы переодеваемся. Что это? Это киберпанк. Специальный костюм, да, по идее? Горничная. Что думаешь насчет Мион? А, ну, я это смотрел уже. Говорят, что здешний бармен настоящий профессионал, и ее напитки с легкостью отправляют в царство прекрасных снов. Кроме того, на утро никакого похмелья. Звучит великолепно, стоит попробовать. Но только вот не всегда представляется удача попробовать ее напитки. Ну вот, давай займемся в темном лабиринте. Если хочешь знать мое мнение, ты заслуживаешь лучшего. Да и правда так думаешь? Конечно. Этот парень тебе не ровня. Ладно, идем делать напитки, наверное. Наверное, мой лучший бармен. Всей видимости. Да, господи.
Не могу понять, куда забежать. Как их делать-то? А! Что? Фиолетовый? А, красный. Господи, все так сложно. Привет, Марти. Ну все, слушай, бармен тут. Последний не успел. Не волнуйся, попробуй еще раз, Эн. Хорошо, наконец-то все. Эй, тебя тут дожидаются. Но с тобой, чтобы обслужил его именно ты. Накамура, ты же знаешь, что я в этом не очень сильна. Да ладно тебе, это всего лишь леди. Она тебя не укусит. Сходи, поговори с ней. Да что за киберледи? Таинственная клиентка. Здравствуйте, могу я вам что-нибудь принести? Ты должен быть Ян Флорес? Да, это я. Могу чем-нибудь помочь? Боже, как ты выросла. Твои глаза так завораживают, они словно два голубых бриллианта. Хорошо, если вам ничего не нужно, я вернусь к работе. Пертропзия прогрессирует? Не волнуйся, твоя судьба поможет решить эту проблему. Как? Где ребенок? Пусть его приведут ко мне сейчас. Что за крики? Где он? Что за ребенок? А, сбежала. Да чем вы говорите? Вы можете говорить спокойно. Помимо вас здесь есть и другие посетители. Где Райан? Приведи его к нам. Сестренка, предоставь это мне. Господа, следуйте за мной. Что-то хотите от Райана? Босс послал нас за ним. Просто скажи нам, где он. Леди, это не просьба. Посмотреть статистику по врагу. Я пока сканирую, он меня херачит уже. Еле. Он не туда ударил, я не туда ударил. Как знал. Но боевка здесь немного неудобная все-таки. Босс, это неправильно, мы должны... Кто вы такие?
Прости нас, не бей меня, я все тебе скажу. Я ведь даже ничего не значу для факции пугни, молю, пощади. Нет, только если ты расскажешь мне, что же все-таки случилось. Прости, зря мы сюда явились. Чего тебе надо? Чтобы найти парня по имени Райан, он должен кое-что вернуть нашему боссу. Нам нужно схватить его, чтобы босс нас похвалил. Что именно он должен вернуть? Я не знаю. Это твой последний шанс. Да, клянусь, я не вру, прошу, отпусти меня. Ладно, убирайся. Спасибо. А чё ж мне нос чешется? Вы, ребят, кто? Вот эти танцевальные движения, они выстрелили дважды, бум-бум. Как-то так. Блин. Чувак, признаю, ты еще тот смешной фрукт. Кто-то идет, мисс, в сторону. Семья сама со всем разберется, так что в сторону. Протез ноги кто-то выкинул. А я посюда не могу просто вернуться? Нет. Технология развивается невероятно быстро. Все в городе покрыты металлом. После вируса механики даже люди покрылись металлом. Винные бочки не исключение. Где завести конфликты? Там хаос и зло. Ты находишь в оковах хаоса, мои гибные оазис спокойствия. Мы сделали это. Отлично. Бро, похоже, мы наконец-то разбогатеем с помощью этого. Никакой головной боли на утро, даже если накануне ты выпил целую бочку. Нельзя попробовать? Да, что, слышите, как кое-кто не в состоянии сжать ротный позыв? Ты же только один глоточек сделал. В чем дело? Дай-ка понюхать. У второго человека тоже начинается работа. Бедняги. Образец насекомого. Ты снова встретишь врага, которого боишься больше всего на свете. Но это не высечено на камне. Сделай правильный выбор, и ты сможешь все изменить. Ладно. Эндерсон. Что? Следы Эрика до сих пор можно обнаружить по всему миру. Кто? Те в черных костюмах? Лучше держаться от них подальше. Мы же не хотим доставить неприятности этому городу. Но они выглядят по-джентльменски. Разве ты не знаешь, что нельзя судить книгу по обложке? Они те еще крепкие орешки. Ты нашла своего брата? Проклятый малый. Как он посмел заставлять своих сестер так волноваться? Хочу попить немножко. Их мусор наши закрыть. Да я там уже неплохо насобирал, так, если посмотреть. Я так сегодня запарился с установкой SSD-шников. Просто жуть. Чтобы вы понимали, я достал системник. Я достал системник. Крылова. Решил сначала поставить М2 SSD-шник. В итоге понял, что вот эти два слота под М2 SSD-шник, один находится под видеокартой, а второй под башенкой. Но чтобы поставить его под башенку, нужно снять саму башенку. Чтобы ее снять, это нужно снять вентилятор. Убрать оперативку. Только тогда я смогу открутить болты, чтобы я смог убрать ее. В итоге я снял видеокарту и установил под нее. А со вторым SSD я... Это такой геморрой был, вы не представляете. У меня же там такие джунгли в компьютере. Типа, у меня же кабеля не снимаются от блока питания.
В итоге мне пришлось переподключить жесткий диск в другой... в другой кабель у ППшника. Потом как-то я полчаса искал SATA-провод, который я куда-то просрал. Я все-таки его нашел. Потом я еле как пытался засунуть этот провод, чтобы подключить его. В итоге я по-другому все-таки засунул его туда. И все-таки смог его подключить. Потом я его собирал, потом я подключал, и моя спина устала. Все на свете устало. Что-то было жутко, не хочу. Я присутствую, когда мне БП приедет, я буду это все переподключать снова. Там хотя бы снимаются штуки. Я спал, да. А мне, короче, такая фигня, что сегодня я... Мне курьер должен был с 3 до 5 приехать. Я написал в комментариях, чтобы они позвонили мне, когда подъедут, чтобы я спустился и вышел. В итоге, когда Марти ушел вчера, я буквально сразу пошел тоже спать. Решил, что ладно, хер с ним, лучше я посплю там до 5, до 4. А в итоге я лежу, сплю, слышу, как кто-то долбится в коридоре. Не по моей двери, у нас там еще одна дверь, чтобы в коридор наш зайти. В итоге я на это внимание не обращаю. Потом сосед открывает дверь. Этот чувак подходит, начинает ко мне в дверь стучаться. И я понимаю, что это курьер, скорее всего. Но я не понимаю, почему он не позвонил мне. Я встаю, одеваюсь, иду принимать. Все-таки открыл. Он мне сказал, что типа, мы пытались позвонить, но у тебя звонки сбрасываются. Я такой, чего? Какого фига? Вообще первый раз такое. В прошлый раз спокойно мне дозвонились. Ладно, в итоге сказал ему код, он мне дал мои штуки и все. Не знаю, сколько он там долбился, конечно. Но вообще моей вины нету, ничего не знаю. Да они не смогли ко мне дозвониться. У меня все в порядке было с телефоном. До этого мне звонили спокойно. Поэтому ничего не знаю. Надеюсь, с видеокартой так. Хотя с видеокартой не будет проблем. Тут мне просто сообщения приходили. Послышь, ты поспал подальше. Да-да-да. Что это за компьютер? Вот здесь. Ну, ладно. Не, потом-то я уже пойму. Энн, я так рада, что ты пришла. Спасибо за помощь. Отец обычно просто куда-то испаряется. Энн, на самом деле причина, по которой попросила тебя прийти, Райан. Что с ним? В последнее время он ведет себя странно. Вернулся он несколько дней назад и долго-долго разговаривал с отцом. Думаю, это как-то связано с твоим недугом. Возможно, тебе нужно спросить об этом у отца. Он в своем кабинете в игрушки играет. Эх, эти двое иногда так меня выбешивают. Давайте, давай спокойно музыку, я устал. Она продолжается. Нет. Да ёбы. Не сработает. Паузу. Давай. На, ну фикс. Она не сохранилась. Кто это сделал? Папа. Предупреди меня заранее о своем визите, чтобы старик смог приготовиться. Чем занят пап? О, кое-чем очень важным. Ты еще маленькая, так что тебе будет неинтересно. Тем не менее, это очень важно. Я же видел, как ты просто играешь в игру. Вот книга, которую ты хотел. О, наконец-то она у меня. Не мог дождаться, когда же уже приступлю к ней. Мне сказали, что она довольно увлекательная, да еще и разными интересными идеями наполнена. Я посмотрел концовку в интернете, смеялся часами. Пап, почему ты не помогаешь Накамуре в баре? Потому что я занят важными делами. О, Райан, кстати, недавно заходил. Пап,
Зачем он приходил? Ну, он сказал, что знает, как излечить твой недуг. Что? Он сказал... Как именно? Не знаю, он не сказал. Что еще? Дай денег. И ты дал? Конечно, нет. Думаю, он просто пытался выбить из меня мой кошелек. О, а еще он прихватил с собой парочку твоих фотографий перед тем, как уйти. Сказал, что они ему нужны. Ты знаешь, куда он отправился? Не, он не сказал. Есть какие-нибудь новости от Алана про N540? Не, не думаю, что он вообще верит в существование этого лекарства. Да, не впадай же ты в уныние. Попробуй, вдруг... Полагаю, ты хочешь отыскать Райана? Почему бы тебе не начать с Ноктис-Сити, с того старого дома, где я раньше жил? Энн, с того инцидента просто немало времени. Ты не можешь вечно прятаться в тени и жить в прошлом. Отпусти и двигайся дальше. Я поняла, папа. Ну, я пойду. Доброе утро, папа Хелен Энн Райан. Я честно не знаю, сколько сейчас времени или какой сегодня день месяца. Я уже так давно в этом дождливом лесу, я нахожусь на северной широте западной долготы в руинах древнего города. Но милое солнце, влажный воздух, я слышал, что здесь видели древние артефакты, которые могут предсказать будущее, и захотел прийти сюда и взглянуть на них. Может быть, они смогут направить меня, подскажут, в каком направлении идти. Я сейчас читаю, а челюсть уже болит. Ё-моё. Отец, как поживаешь? Солнце так печет, что я едва вижу, что пишу. Слово зацепки, которые мы получили, привели нас к тому, что когда-то называлось Нилом. Я все еще не уверен, что он из себя представляет. Но кажется, что это нечто превосходящее время и пространство. Я не уверен, что это с ним вступил в контакт в Южной Америке. Я также не уверен, что могу использовать местоимение «оно», «он» или «они». Он сырой и тянущийся, я не могу думать о нем более подробно, не угодив в ловушку, которую он или прозрение расставили в моей голове. Я разберусь с этим, люблю вас всех. Отправься Ноктис Сити и проверь то старое местечко. Если видишь этого мальчишку, скажи ему, чтобы быстро топал обратно домой. А я еще могу поработать? Медвежонок странной формы, который был популярным у девочек несколько лет назад. Я смутно помню, как мы с сестрой выклянчили у папы так по такому. Ну, где же второй? Я перейдеться здесь не могу, да? Ну, ладно. Еще как поработать. Да. Не удивительно. Наш бизнес так обрацает. Хочешь подзаработать, ниндзя? Посетители остались довольны твоими напитками. А Яна попросила меня передать тебе привет. О, та девчушка, которая совершенно не умеет пить. Помню, как она настаивала на том, чтобы попробовать мой напиток. И после нескольких глотков... Ох, как неловко это было. Ей просто нравится строить из себя крутую. Ну, рада, что у тебя есть такой друг, как она. Сначала съехал Райан, а затем и ты последовала его примеру. Остались только я да отец. Не забывай хоть заглядывать время от времени. А я не могу подзаработать? Как вы там? Отец, как обычно, рубится в игры и днями ночами читает романы. Иногда выглядывает, чтобы встретиться со старыми друзьями. Ну, а Райан, как и ты, переехал и совсем перестал отвечать на сообщения. Вечно занят. Времени домой вернуться у него нет. Что касается Хелен, если бы не письма по почте, я бы уже давно о ней забыла. Все никак не пойму, что вызывает в ней желание бороздить океану ради исследований. Ох, ну я... А я раздумывал на днях о том, чтобы нанять помощников. Невозможно тащить все это на своих плечах. Одной. Ох, не совсем одной. Еще же этот кусок железа и есть. Я знаю, что это невероятно тяжелый труд, сестра. Ты большая молодец. Да. Знаешь, что я хочу сказать? Догадываюсь. Такой видной девушке, как ты, уже давно пора найти своего принца. Есть у меня тут крупный списочек подходящих кандидатов, которых я... сестра. Ладно, ладно, в другой раз. Не забудь заглянуть позже, Энн. А, это вот этот компьютер. Все, понял.
Нет, я никогда не скажу этого, чтобы я мог еще поработать. Аяне, я отправляюсь в Сити. Что? Может, побудешь с семьей еще немного? Я хочу попробовать найти Райана. Ой. Тут что-нибудь еще есть? Или это все? Не правда удивлена. Я и подумать не могла, что Райан живет в таких ужасных условиях. Что с шинами? Есть мелочь, я на мере. Нравится, как мы в каждом мусоре копаемся. Тут уже полтора часа игры прошло, а мне только сейчас. Такие. Вот себе название игры. Господи. Слайм. Нет ответа, Айна. Динь-дон, кажется, только пришла на помощь. Этот шифр очень интересный. Ты сможешь его взломать? Конечно, он довольно легкий. Тебе даже не понадобится моя помощь. Ты сама сможешь взломать его. Я закручу технику взлома в твою систему. У нас таланты есть. Ёмана, что это? Похоже, он ушел в спешке. Давай попробуем найти какие-нибудь зацепки. Неисправный пульт. Криптоключ. Ну да. Что? N540? Моя сестра. Что это? Райан тоже ищет N540? Что ему удалось выяснить? Странно, почему Райан оставил этот
ПЗУ здесь. Она сильно повреждена. В центре города есть магазин ПЗУ, в котором можно починить это. Хорошо, пойдем туда. Мне его брать не надо с собой. Опять одежду поменяли, да господи. Что происходит? Ты уже открыла дверь? Превосходно, мы избавились от множества проблем. Думаю, ты также знаешь, где сейчас Райан, верно? Говнюк. Я так не умею, наверное. Да? А, нет, могу. Всего минут назад он был таким крутым парнем. А теперь посмотри, как он резво убегает. Ой, не то. Ты не боишься трудностей, прямая девчонка? У меня есть то, что тебе нужно, но сможешь это забрать это у меня. Пусть мои ребята развлекут тебя. Наверное, убийство. Нажми РБМ рядом с незащищенной целью, чтобы вызвать, наверное, убийство. Пью-пью-пью. А, вот сейчас. О, бесполезный мусор. Да, довольно хорошо. Ты неплохо держишь удар. А теперь держи вот это. Лут-лут-лут. Ой, господи, как они меня убить хотят. Вроде ничего нету. Ой, извините.
Ой, господи. А мы еще выше можем подняться. Осипки. Да что ж такое-то? Что ж тут? Я потерял. Что за Капитан Америка? У него пришло подкрепление. С кем, черт возьми, Райан связался? Осторожней, дорогая. Ракобанчик. О, он только что упал. Ой, господи. Глупый свин головорез. А, я друг друга перекидываю с щитами. Происходит. Господи. Это он так извиняется за то, что ударил меня. Это хер. Это не так уж плохо, давай присядем, поговорим. Фракция Пугни пригодится такие люди, как ты. Тут что-то было или мне показалось? А ты неудобно умер. Поехал. Я не увидел, что там было написано. Некоторые предметы нужно быстро комбинировать, когда в вашем рюкзаке будет достаточно материалов. Он бежит к стоянке. Он такой быстрый. Ну, подожди, я, наверное, спрыгнуть должен.
Не могу сказать, наверняка здесь слишком много слепых зон. Придется искать по крупицам. Я не могу просто... Не могу. Я вижу его, вон там. А, он похож на него был. Почему я не мог так пробежать просто напрямую, а не оббегать вот так? Только я потратил немного громбит, чтобы улучшить наш костюм. Давай. Чё мы можем? За 80. Я начал видеть эту девчонку, ты знаешь, что делать? Мне хорошая репутация в факции Пугни. Связанных с характеристическими персонажами в системе Гром должны быть улучшены при помощи улучшения Грома. Окей. Может, хватит? Это меня преследует. Это не убегай. Скоро узнаем. Ну да, на какие ловушки есть. Без разницы. Мы так долго бежали. Бесполезное дурачье. Жива, она пожалеет, что вообще пришла сюда. Я нашла информацию о нем. Его зовут непобедимый Локи из факции Пугни. Огромный робот побежден. А теперь последние новости в Ноктис Сити. Местная фракция навела беспорядок после отказа от мирных переговоров с президентом. Мы ведем репортаж в прямом эфире с места событий. И опять Ноктис, сколько зданий в этом месяце? Должно быть, в этом снова замешаны члены. И кто его бедолага на этот раз? Эй, красотуля, еще один коктейль. А, мы упали вниз.
Дорогая? Дорогая? Забавно. Энн, где ты? Оставляй меня одну. Я здесь. В порядке? С тобой все хорошо? Да, но этот мужик сейчас должен быть где-то поблизости. Будь начеку. Эй, посмотри на это. Похоже на оружие. Но я не уверена, сможет ли твоя энергия привести его в действие. Вон там. Нам руку оторвали. Это с черта всего. Себя твоим же оружием. Детка. Хотя она дорогая, вроде говорил. Почему именно детка? У меня получилось. Рэй? Ух, я выдохся. Сердце вот выпрыгнет из груди. У меня снова появились симптомы. Понятно. Это место сейчас обрушится. Сначала нам нужно выбраться отсюда. Блин, завтра надо утром вставать, идти в больницу. Так неохота. Мог бы еще неделька подождать. Понятно, я мчался, как только услышал. Ну, удалось избежать опасности только благодаря тебе. Она всегда старается изо всех сил. За все эти годы ничего не изменилось. И не стоит быть такой строгой к себе. Кстати, Рэй, ты можешь нам помочь найти Райна? Конечно, я сообщу, когда что-нибудь узнаю. Но сначала я должен кое с чем разобраться. В соседнем городе обезумели зомби. Очевидцы видели человека в черной одежде, на лице которого была птичья маска. Мне стоит увидеть это. Чья маска? Да, прямо как у чумного доктора. Ладно, Рэй, будь осторожен. Хотя ты уже поправляешься? Приди меня в гости, когда я вернусь. Я знаю один милый итальянский ресторанчик, который идеально подошел бы для нашей встречи. Мой дворецкий хорошо заботится обо мне, не волнуйся. Что ж, мне пора. Я пойду. Берегите себя. Не свяжитесь со мной, если вам понадобится моя помощь. Мы привыкли сами справиться с своими проблемами.
Что случилось? Ура, ты пришла в себя. Так, тебе позову. Как я вообще оказалась здесь? Рэй спас тебя. Вот как этот надменный. Эй, не говори так о человеке, который спас тебе жизнь. Я так волновалась, когда ты упала. Дорогая, ты пытаешься хоть немного утешить меня? Сначала слезь. Но меня нужно успокоить. Слезай. Не, я хочу... А поцелуй? Ну давай, поцелуй меня. Я потеряла позор Рейна. Пожалуй, давай в первую очередь позаботимся о твоем здоровье. Я помогу тебе найти Рейна. Чистое лезвие, старая попа. Дайте нормальную одежду какую-нибудь. Темная ночь взять. Светиться не будем просто. Как оружие поменять? Меньше крит. Отверстие для чипа плюс 3. А, тут старая эпоха была, я не понял. У нас хоть какие-то чипы вообще есть? Ничего нет. Ой, так. Увеличивает удачу на 15, также немного повышает коэффициент получения наград за победу над врагами. Это тогда возьмем и вот это. Вы не получаете ответа после того, как стучитесь в дверь, однако слышите электронный звук, когда стоите рядом со входом. Вы внимательно слушаете, похоже, пространство за дверью довольно большое, возможно, оно даже больше, чем пространство обычной квартиры. Что там? Лупа показывается. Странно. Лорес не ждал увидеть тебя на месте преступления. Если мы сможем раскрыть это дело достаточно быстро, я непременно получу повышение. В любом случае, оставляю все на тебя. Только не зло. Погибших звали Бонни Паркер, в этом городе о ней нет никакой информации. Она вне базы данных, типичный случай. Причиной смерти стала механическая асфиксия. Ее задушили со спины, а затем повесили в комнате. По крайней мере, это говорится в отчете о вскрытии. На основании отчета места преступления и тела жертвы мы подозреваем, что убийца высокий, плотный мужчина. Один из подозреваемых Джонатан Батиста Армстронг. Вчера днем он заходил в комнату. Жертвы... Боже, вот это имя. Он является арендодателем жертвы, и похоже, у них возникли какие-то проблемы на почве денег.
Мы думали, что он наш главный подозреваемый, но форма его тела сильно отличается от тела нашего предполагаемого убийцы. Тем не менее, он наша единственная зацепка. Думаю, нам нужно допросить Джонатана. Можете ли вы найти его и узнать подробности? Камеры безопасности зафиксировали, когда он направился. Ну, я как раз собиралась сказать тебе, что он исчез, ничего страннее еще не видела. Что? Как он исчез из лифта? Что? Как он мог бесследно исчезнуть в здании, где сплошные камеры? Считаешь мои мысли? Мои люди обыскали каждый уголок этого здания. И просмотрели каждую запись камеры наблюдения, но так и не смогли понять, как он покинул это здание. Погоди, все еще не нашли его? Да, абсолютно никакого прогресса. Если это поможет мне, обещаю тебе огромную награду. Чем дольше это займет, тем меньше шансов, что мы скроем дело. Мне нужно закрыть это дело, чтобы получить повышение. Хорошо, я займусь этим. Правда? Когда я стану начальником полиции, я позабочусь о том, чтобы мои люди поддержали работу твоего агентства. Ох, мы закрыли вход в здание на время расследования, теперь никто не может войти. Вот временная карта доступа, которая позволит вам войти в здание. Не забудьте вернуть ее, когда дело будет раскрыто. Записи с камер находятся там. Держи в курсе, если ты найдешь какие-нибудь зацепки. Знаете что? Я, пожалуй, закончилась. Я устал. Не, ну игра выглядит хорошо, мне прям нравится. Ну-ка, режим скриншота как выглядит? А, просто интерфейс собирается. А как вернуть обратно? Ну ладно, тогда на этом моменте мы закончим. Хорошо, что я сохранился. Когда я стал пушистым. Ну, кстати, если они меня привезли так рано, может быть, мне видеокарту также привезут рано. Где-нибудь в 3 часа дня, как только я начну работать сразу же. Так, ладно. Пойду я отдыхать. Думать, что кушать. Два часика вышло сегодня. Это не так много. Ну, ладно. Может быть, попозже побольше постримить попробуем. Сейчас я как раз поработаю. Завтра, может быть, стрим еще будет. Я завтра отдыхаю, по идее, тоже. Поэтому нормально должно быть. Давайте. Удачки. Пока-пока.